Добрый день, Людочка. Я знаю, что вот Димка у вас, это ваш внук, да? Вот, славнюся, парень такой у нас красивый. Вот, и, конечно же, вопрос, который я вам сейчас задам, это об использовании Baobab Life, да? Как давно вы пользуетесь им? И, конечно же, мой вопрос будет о вашем внуке, потому что я знаю, что у вас есть потрясающий результат. Я думаю, может быть, вы кому-нибудь поможете этим. Итак, как давно вы пользуетесь Baobab'ом? Мы пьем меньше месяца Baobab. Угу. У ребенка стал раньше. Что у него есть? Первым, что у него есть, у него неизлечимое заболевание. Угу. Я не буду его называть. Вот, неизлечимое заболевание. Связанное с кровью, нет? С кровью связанное. Угу. Связанное с кровью. Вот мы употребляем лекарства, у нас из-за этого печень плохая, там был застой поджелудочной железе. Ну, мы этот вопрос решили с другим продуктом, а вот Baobab у нас почистил, еще дочистил, потому что у нас даже камушки полетели. Вот был такой понос, потом очень запах неприятный и камушки, вот даже ребенок это заметил. Вот, потом он стал рано засыпать и рано просыпаться, а раньше он очень поздно ложился и поздно просыпался. Uh-huh. И когда мы сдали анализы свои по своему заболеванию, то у нас клеточки возросли аж на 500 единиц ориентировочно. А что такое клеточки? Ну, клетки у него там вырабатываются новые. Хорошие клетки. У него есть больные клетки, ага. Есть новые, ага. Новые зарождаются. Ага. И вот этих новых стало намного больше. Раньше было там, ну, небольшой результат, там, вот, допустим, 600, потом 700, вот, да. Через, мы раз в 3 месяца сдаем. Ага. А это аж врач аж глаза так брови подняла, говорит, ого, почти на 500. Ну, там где-то около 1300 сейчас, а было около 750, что-то вот так вот. Это хорошо это считается, очень да? Хорошо, да, чем больше этих клеток, тем лучше. А вы связываете это с чем? Ну, в Baobab'е какой? Полностью весь комплекс дал такой подъем? Или вы думаете какой-то нет, один Baobab, витамин? Нет, это Baobab, потому что мы пили другой препарат. Нет, я имею в виду в Baobab'е весь комплекс витаминов и минералов дал ему такой толчок, конечно, на кровь, да? Конечно, да. Угу. Нет какого-то специфического там витамина, который влияет на кровь, специфической... В смысле в Baobab'е? Железо, да, или что там? Ну, вот там и железо, там же и витамин С, там и минералы, и пребиотик. Вот нам сказали быть осторожным, потому что если иммунитет поднимется, как бы, то это потом может быть плохо кончится. Но там, как они сказали, пробиотики, но там же пребиотики, ага. А не пробиотики. Там нет женьшеня, там то, что они говорили, этого нельзя. То есть все, что там в Baobab'е есть, ему все полезно. И ему только идет на улучшение. Димочка. Да, хорошенький ты у нас. Сколько тебе лет, скажи? 5. 5 лет, да? Ты знаешь, что ты будешь в кино сейчас сниматься, да? Да? И тебя увидят все сейчас. Да. Скажи мне, пожалуйста, ты пьешь Baobab? Да? Ты знаешь, что это такое? А как бабушка делает тебе Baobab? Что она делает? Как ты его пьешь? В стаканчике или кушаешь, может быть, ложкой? В стаканчике. Да? Ага, какая там жидкость получается? Кисель. Кисельчик, да? А как ты пьешь его? Каждое утро или несколько раз в день? Два раза в день или один раз в день? Один раз. Один раз? А когда? Перед едой? Да. Да? Один раз мы пьем утром, а один раз днем. Бабушка говорила, что ты плохо пил водичку вообще, да? Сейчас стал хорошо пить водичку. Стал просить водичку. Ага, не было водички. Но... Ты его заставляла воду пить, потому что надо воду пить определенную норму. А теперь он сам просит. Угу. Димочка, ну тебе нравится Baobab? Хорошо. А как ты себя чувствуешь? Хорошо? Не болеешь? А ты можешь сказать словами? Нет. Нет? Ну что, пожелаем нашему Димочке здоровья и, конечно, бабушке терпения. Вот, и если все у вас получится, а я уверена, что получится, конечно, это будет большое счастье и для вас, и, конечно, для вашего малыша. Спасибо вам большое. Желаю вам удачи. Спасибо, Людмила. Спасибо.